Еще новость с Украины. Там разгорается крупный скандал, связанный с погибшими военнослужащими в так называемом Иловайском котле. В Днепропетровской области обнаружили несколько десятков мешков с формой, на которой следы крови. Все это было закопано в скотомогильнике на территории рыбхоза. Добровольцы, которые извлекли мешки с бирками из морга, нашли среди предметов одежды знаки отличия, нательные крестики, молитвенники, то есть личные вещи, которые принято передавать родственникам погибших. Насколько дорого было маме, жене, сестре получить вот этот вот крестик, который мы нашли там в кармане. То есть вещи практически не осматривались. Вещи, которые, ну, очень сильно лично, их нужно передавать родственникам по человеческим законам в том числе. Не исключено, что таким образом Киев пытается скрыть реальные потери под Иловайском. В августе 2014-го при попытке захватить город в окружении ополченцев ДНР попали значительные силы украинских военнослужащих. По официальным данным, погибли около 500 бойцов. Но другие источники, в том числе комиссия Верховной Рады, называют цифры в два раза больше.